Ксения, всем доброго денечка. Получила посылочку. Пришли вот такие светильнички Эра. Они у меня на будке висят, и они мне очень понравились, что они дают прилично света. 6 светильничков на баню сделала. Вот здесь вот, чтобы подсветка была. Но ночью, конечно, посмотрим. Сейчас пока не видно, непонятно. И еще вот сюда вот, над вот этими петуньями и геранью, 4 штучки повесила, чтобы даже ночью красоту это было видно. Вот пока только так. Но остальные светильнички пока не стала прикручивать. Разложила их просто, чтобы проверить, работают они вообще или нет. Вечером все посмотрю, чтобы все были в рабочем состоянии. Светильнички со мной побежал Буся проверять. Остальные все в доме. Бусь, что там опять подглядываешь, да? Подглядун маленький. Но у нас еще вот не совсем стемнело. Такие сумерки наступающие. Ну вот, 4 светильничка, которые здесь прикрутила. Над петуньями. Над баней. То есть над этим блоком 2. Вот над этим тоже 2. Лилии прямо радует и радует. Остальные тоже радуют. Просто в лилиях я не была уверена. Поэтому сильно радуюсь. И вот здесь вот 2. То есть, думаю, может быть, еще на дверь бани тоже прикрутить. Прямо на саму дверь. Ну, пока все под вопросом. А остальные просто сейчас вот я их на проверку поставила. Все. Все работают. Пока просто они на полке стоят. Вот что просто проверила на работоспособность. Бракованных нет. В общем, запас у меня светильничков. Чтобы не рубить сгоряча, повесить уже все по уму. По крайней мере, мне так кажется. Что по уму, возможно, и не по уму. Ну что, Бусик, проверили мы все. Пойдем. А всем мы желаем хороших покупок, которые вам понравятся. Конечно же, хорошего настроения. А, эти все светятся. Тут в петунье даже и не видно этот светильничек. Нужно переставить вот рукой. Она вон разрослась так сильно, что и не видать ничего. Бусь, пойдем. Бусик, пойдем. Всем хорошего настроения и хорошего вечера.